Второй день обучающего семинара специалисты провели, как принято говорить, в поле. О деятельности, а также о ее результатах на своей базе рассказали специалисты Ленинского территориального центра социального обслуживания населения. Поговорить руководителям данных учреждений есть о чем. Стремительно меняющаяся жизнь вокруг заставляет и их самих работать в новых условиях и помогать адаптироваться своим подопечным. А потому такие встречи для обучения и предметного диалога точно не будут лишними. В течение трех дней директора территориальных центров социального обслуживания получат возможность ознакомиться с новыми формами в социальной сфере, с инновационными формами, будут иметь возможность ознакомиться с новыми принятыми нормативными актами. Наши специалисты комитета по труду найдут возможность встретиться с руководителями территориальных центров и ознакомить их с теми новыми формами и методами, которые на сегодняшний день применяются в других регионах республики. Участники встречи смогли узнать о работе всех отделений центра, однако особое внимание было уделено тем, которые функционируют только на базе данного учреждения. Это отделение сопровождаемого проживания и институт третьего возраста. Презентовали собравшимся также специальный проект «Клубный дом». Проект «Клубный дом» – это социально-психологическая реабилитация для людей с психическими заболеваниями, которая позволяет им жить за пределами больницы, восстановить утраченные навыки, ощущение значимости, целеустремленности, ну а также по возможности восстановления каких-то трудовых навыков, ну и по возможности рабочих, конечно, то есть вернуться к работе конкретно. Подобные обучающие семинары позволяют их участникам не только ознакомиться с нововведениями, к примеру, в сфере нормативно-правового регулирования деятельности или узнать о разработках коллег, но и наладить взаимовыгодный диалог, найти единомышленников. Участники мероприятия уверены, совместные усилия всегда приносят гораздо более стабильный и максимально эффективный результат. Безусловно, общение между коллегами – это важная составляющая таких мероприятий, потому что сегодня у нас есть возможность не только познакомиться с друг другом лично, потому что, как правило, осуществляется коммуникация по телефону, но и обменяться мнением по поводу всех актуальных вопросов. Их, безусловно, много, потому что у нас работа с людьми, каждый день возникают вопросы нестандартные, и мы обязаны грамотно и профессионально их решать. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.